Парикмахер с большой буквы – это человек, полный творческих идей. Но не все их можно реализовать на клиентах. К счастью, есть парикмахерские шоу, где представлено чистое искусство. Событие под названием «Ночь парикмахеров» началось с вручения дипломов и благодарственных писем, а основной частью вечеринки стали 4 показа известных мастеров нашего региона – Ирины Жоховой, Ивана Лукьянова, Марины и Марии Новиковых, а также Анастасии Каримовой. Скажем, категория авангардная. Это делается из искусственных волос, из натуральных волос, вообще из всякого разного материала, если честно. У меня мужские стрижки, и я буду прическу делать девочке прямо на сцене. Ребята, которые будут показывать стрижки, это профессиональные акробаты, и они будут исполнять акробатические номера прямо там. Вот. И при этом я буду делать прическу на девушке. Смелые, дерзкие и амбициозные заявления профессии парикмахера. Такие шоу вызвали массу смешанных эмоций у гостей. Кому-то, наверное, понравится, кому-то, наверное, не понравится. Но даже солнце нравится не всем, понимаете? И мне нравится. Перформанс и хэр-шоу «Я» призвано показать через призму человеческой внешности, волос и красоты. Мне бы хотелось показать истинный свет настоящей личности. Девушке некомфортно. Мы посадили блестки на лак для волос. Представляете, что с лицом, чем кожа стрессует. Но максимально подготовить кожу постарались. В моей практике это тоже первый опыт. И, в общем, такой прям прокач был сегодня мощный. Успех настоящего мастера – это постоянная работа над собой. Высококлассные специалисты учатся всю жизнь. Когда ты любишь свою работу, ты можешь учиться, вдохновляться, ты можешь творить и любить своих клиентов, потому что мы работаем всегда для клиентов, и когда ты их любишь, то у тебя все всегда получается. А еще самое главное – это постоянно обучаться, не стоять на месте, любить творчество и любить креатив в своей работе. То есть любой парикмахер – это творец, и это художник в своем роде, поэтому нужно уметь сочетать как и салонную работу, так и творчество вот такого рода. Здесь, как в сказке «Золушка», вдохновленные и воодушевленные авторы показов после 12 вернутся к реальной жизни с клиентами, стрижками, окрашиваниями, мастер-классами и презентациями новых продуктов в поисках новых идей для новых показов.